Павел, добрый день, очень рада видеть вас на мастер-классе от Multimodelier в магазине Тавро. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об этом мастер-классе и как вы сюда попали сегодня? Добрый день. Ну, нашел я на самом деле это объявление в Инстаграме, рекламу сделал на странице Тавро, там несколько было объявлений. Но вот, в общем, заинтересовало, нравится вообще процесс этот в плане реставрации, да. Много чего хочу узнать, будет очень много полезной информации и про бренды, и про суть, и вообще, как это все делается. Так что всем советую посещать такие места. И обращайтесь к Роману. Спасибо большое. Павел, а скажите, пожалуйста, вот сейчас прошла половина мастер-класса. Скажите, пожалуйста, вот для себя что полезное почерпнули? Ну, наверное, процессы. Да и вообще мне больше, конечно, не в том плане, что что-то я почерпнул. Мне больше нравится, что люди объединяются. Многим людям это интересно. И что, конечно, индустрия, на мой взгляд, она вообще развивается. И в том числе, что люди сюда приходят не только, кто занимается обувью, а также и аксессуары, и мебель, и вообще все. Поэтому... Всем это интересно, поскольку химия и вообще процесс этого всего достаточно интересный, сложный. Ну и саму допетрить, смысл какой перевести там 25 раз материалы, когда можно обратиться там к профи, который тебе даже минимальными базовыми советами может помочь так, чтобы ты не делал глупых ошибок, там не наступал на свои грабли там по 10 раз. Вот это интересно. Если я вас правильно поняла, что тут можно почерпнуть полезную информацию и уже заниматься нетворкингом параллельно. Конечно. Спасибо вам большое за интересный ответ, Павел. Спасибо, что пришли.